Лучший подарок – книга. 14 февраля в ивановских библиотеках торжественно отмечают День книгодарения. В Горелинской, например, праздник начинается буквально с порога и захватывает всех посетителей. В различных городах нашей страны организованы замечательные праздники и мероприятия в поддержку чтения. В том числе и наша библиотека, конечно, принимает участие в этом празднике. Нами подготовлены книжные выставки, викторины, мастер-классы и организована такая акция, которая называется «Дарите книги с любовью». Задача организаторов – показать, что бумажная книга не потеряла своей актуальности. Все читатели, которые приходят в этот день в царство литературы, получают в подарок классические произведения. Но презент не так уж просто заработать. Для начала нужно ответить на несколько литературных вопросов. Книжная выставка называется «Таинственная книга». Она ждет посетителей в читальном зале библиотеки и в фойе. Все книги отложены и упакованы в плотную бумагу. Сегодня читатели наши должны будут угадать название книги по шуточному названию, как называется книга. Главная цель этой площадки, рассказывают специалисты, научить людей судить о книге не по обложке, а по содержанию. Например, под забавным названием «Трудовые будни английского гражданина» на необитаемом острове скрывается Робинзон Крузо. Все надписи иллюстрированы забавными рисунками. Если удалось вспомнить оригинальное название и автора книги, посетитель получает ее в подарок. Очень интересная, веселая. Очень такой загадочный, надо вспоминать все. И большое спасибо. С интересом останавливаются посетители и у второй площадки. Здесь по QR-коду можно получить аналогичные загадки. Мы подходим, берем, выбирайте любой штрих-код. Любой штрих-код. Здесь везде загадки. Ну, давайте. Так, мы берем штрих-код, наводим на него устройство. Так, еще раз пробуем. Наводим данное устройство. Вот мы видим информацию. После того, как произведение и автор названы, читатель торжественно получает в подарок бумажный экземпляр книги. Лотереи, конкурсы, мастер-классы и забавные викторины проходят целый день. Подаренные с любовью книги, уверены библиотекари, будут обязательно прочитаны от корки до корки. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.